Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Ромул Август. Флавий Ромул Август, прозванный Ромул Августул. Последний западно-римский император, 475-476 год, разглашенный в малолетнем возрасте своим отцом Орестом, главнокомандующим войсками империи. Во время правления Ромула Августула Рим был совершенно разорен. Как писал Гиббон, имена двух великих основателей римского государства, основателя его столиц Ромула и основателя монархии Августа, странным образом сошлись в имени их последнего наследника. Только первое имя было переделано греками в Мамула, а второе самими римлянами пренебрежительное Августу. Августишка. Ромула Августула не признали ни Восточная империя, ни провинции, и вскоре он был низложен германским наемником Адаакром, который сохранил жизнь этому беззащитному юнцу и обеспечил его всем необходимым, сослав на великолепную виллу Лукула Кампани. Из Википедии. Судьба Ромула после его свержения точно неизвестна. Адаакр, пожалев его из-за малого возраста и тронутой его красотой, пощадил Ромула, предоставив ему ежегодную пенсию в 6000 солидов и отправил в ссылку вместе с матерью в Кампанский дворец Лукула на Мизенском мысу. Ну вот так вкратце о последнем западно-римском императоре, прозванном Ромулом Августулом, Флавии Ромуле Августе. Пока-пока, до свидания.